встаю за работу. Одна из острейших проблем столицы Чувашии, как и большинства мегаполисов, транспортная. Автомобилисты и пассажиры вынуждены терять в пробках все свое время. Руководство Чебоксар не могло остаться в стране. Каким образом решают эту проблему, узнала наша съемочная группа. Для удобства жителей городские власти приняли решение оптимизировать дорожную сеть, расширить ее там, где это возможно, чтобы устранить эффект бутылочного горлышка. Для работы было выбрано 9 участков. 5 из них должны быть реконструированы уже в этом году. Самый сложный перекресток проходит по улицам Ленина и Гагарина. Проблемы связаны с переносом коммуникаций. Поэтому мы вынуждены работать в 2 этапа. Перед днем республики мы сделали дорожные работы. Сейчас вынуждены переносить газ. Это главная проблема, из-за чего мы остановились. Работы были бы давно завершены. Автомобилисты, которые часто пользуются этим перекрестком, уже отмечают, что пробок стало значительно меньше. По словам Андрея Дьякова, реконструкция перекрестка по Ленина и Гагарина завершится уже на следующей неделе. Тем временем не прекращается работа и на других объектах. Это улица Чапаева-Николаева, там установлен светофорный объект, он уже действует, и сделаны подходы через тротуары для пешеходов. Следующий объект, который мы делаем, уже начали делать, это в районе остановки торговый дом «Центр», здесь чуть ниже на Гагарина. Следующий объект – это Игерский бульвар «Мира». Там тоже будут начаты работы по уширению. То есть из 4 полос проезжих мы сделаем 5. Затем такая же ситуация будет Игерский бульвар и Ленинского комсомола. На реконструкцию в этом сезоне выделено около 40 миллионов рублей. Такой дорогой подарок преподнесут чебоксарцам ко дню города. Полностью преобразить перекрестки планируют к 15 августа. Евгения Егорова, Антон Вовк, Республика.